Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скайрим. В последней серии с этим жрецом мы пришли в местную церквушку проклятую. Здесь творятся нехорошие вещи. Вот этот вот череп, как он называется, отравляет разум жителя, жителей Данстара. Мы попытаемся им помочь. Мы, конечно, не являемся очень уж добрым персонаж, у нас такой говнистый слегка, прямо скажем. Но я думаю, тут мы сможем получить неплохие барыши с этого. Осторожно. Внутри наверняка есть и другие пробужденные. Ну ладно, открывай. Вон они лежат. Я их вижу. Так, спокойно. Бежать никуда не надо. Не поможет. Так, ладно, что у вас тут? Сожженная книга. Деяние. Да. Ничего хорошего. Так, ну чё? Внизу сколько всего, да? Подождите-ка. Ты пока стой тут, братья, никуда не убегай, а я посмотрюсь, пожалуй. Хотя оно вниз ведет. Ладно, пойдем по твоему пути. Алло, братюнь. Что-то он там застрял. 16 аккордов безумия. Ладно. Ох. Вас двое, я и не ожидал, аж вздрогнул. Какая-то шняга у вас, ребят, честно говоря. Так, нам, видимо, туда, да? Ты там... Ты где? А, вот ты. Теперь, когда все на чистоту... Давай найдем информацию, которая мне нужна. Что мы ищем? Мы ищем книгу с алхимическим рецептом под названием «Снахождение». На обложке изображена Вермина. Книга должна быть где-то здесь. Посмотри на полках, что на балконе, а я поищу на нижнем уровне. Снахождение. Не тут, не тут, низги не видно. Кстати говоря, ты меня кинуть ты не хочешь? Сейчас сказанец книга, а я тут, считай, всю работу выполнил. Астрология. Это вроде нет. Так. Снахождение. Так, если кому интересно, читайте на паузе. Я сейчас тратить время не буду, но, несомненно, прочту это. Подожди, мне надо взять. Прочту это уже, когда перекодирую видео. Дается мне, братин, что ты меня обманешь. Какой-то ты, честно говоря, мутный тип. Уже столько раз мне сказал неправду, что... Даже не знаю. Да, сын мой. Чем я могу помочь?
Какой я тебе сын, папа? Книга у меня. Посмотрю. Слава Маре. Есть способ пройти сквозь барьер во внутреннее святилище. Нам поможет жидкость под названием апатия вермины. Своего рода зелье? Да. Апатия позволяет жрецам вермины ходить по снам. С помощью снов они могут попасть в места, недоступные нам в реальном мире. Это восхитительно. Да, поразительно. Алхимия и благословение богини слились в материальную жидкость. Правда, мне пока не приходилось видеть ее в деле. Я стану твоим подопытным кроликом. Я жрец Мары. На меня эликсир не подействует. Апатия работает только для жрецов Дермины и Мирян. Так. Кажется, это опасно. Ты уверен, что все будет хорошо? Тебе же прям... Ты уже доказал, что можно верить. Нужно признаться, здесь есть некоторый риск. Последний раз этот напиток пили десятилетия назад. Но клянусь именем госпожи Мары, я сделаю все, что в моих силах, дабы защитить тебя от всякого вреда. Ты знаешь, где нам найти апатию? По-моему, в восточном крыле есть лаборатория. Возможно, там мы найдем образец. Возможно. Лаборатория рядом с библиотекой. Надеюсь, мы найдем незагрязненный образец апатии. Ну, пойдем, веди. Так, встать кто-нибудь желает? Желает. Бить, осквернители. Нормально. Ты точно, блин, подлезешь под лезвие? Нечаянно убью тебя. Так, ладно. Давайте, что ли, медовухи бахнем. Чтоб не было так страшно за свою жизнь. Встают, касатики, встают. Так как промазал. Смотри какой, да? Давайте. Да что ж ты, блин, какой? Владыка Сидиус. Так, с меня... С ними покончено. Теперь нужно найти апатию. Как она выглядит? Она должна быть в небольшой бутыли, вроде зелья. Я начну поиски здесь. Апатия находится в высокой бутыли. Это темная жидкость. Если найдешь ее, принеси мне. Ну здесь, да, здесь бутыли мало. Так, сначала меня интересует вот этот воин. Нет, не этот, похоже. Нет. Да ладно. Да, сын мой. Чем я могу помочь? Ничем. Так, тут только вино. Вино с медовухой мешать не будем. Ничего хорошего из этого не выйдет. Наверняка. Так. Да вроде не видать. Вот там, наверное. Да. Давайте-ка сохранимся.
Да, сын мой. Чем мне удалось найти апатию. Удивительно, что тебе удалось найти нетронутую бутыль. Такое ощущение, будто здесь бушевали орки. Что ж, я привел нас сюда, но тебе предстоит вести нас остаток пути. Пей. Здесь и сейчас? Судьба Данстара зависит от этой маленькой бутылочки. Чем дольше мы ждем, тем больше вреда Вермина причиняет невинным людям. Я понимаю твои сомнения, но обещаю, что это сработает. Давай продолжим. Нам еще столько всего надо сделать. Ах, блин, подведешь ты меня под монастырь. Давай, пока не передумал. Брат Верен, орки ворвались во внутреннее святилище. Нельзя отступать. Они не получат череп. Не позволим. Но нас осталось так мало, брат. Тогда у нас нет выбора. Мы выпустим миазмы. Миазмы? Но, брат... У нас нет выхода. Такова воля Вермины. Ну а ты, брат Казимир, готов ты исполнить волю Вермины? Ладно, решено, начнем. Говно вопрос. Брат Казимир, ты активируешь барьер и выпустишь миазмы. Ничто не должно тебя остановить. Торек, мы должны остаться и защищать череп ценой жизни, если придется. Согласен. До смерти. Да будет так. Прощайте, братья. Прощай. Так. А как мне выпустить миазмы? А, наверх надо подняться, да? Не совсем уверен, что я все правильно делаю, но... Приятного аппетита. О, извините, я вам не помешал. Так. Подожди, как мне подняться? Ой, что-то я путаюсь. Видимо, мне все-таки вон туда куда-то. Так, сюда я попасть никак не могу. Блин, что такое? Не понимай. А, во. Здрасте. Так. Дорогу молодым. О, как эта засветка глаза режет. Просто невозможно. Здрасте. Ну, выдохнули. Что-то не работает, что ли? Почему я двигаться не могу? А, все. Хорошо. Так, что теперь, где я и кто я? Это мое тело, да, лежит? А нет, это я. Да что ж я? Что-то я сегодня несу. Сработало. Слава Марии!
твое тело исчезло, а потом материализовалось на другой стороне. Такого мне еще видеть не доводилось. Он служит своей цели. После такого чуда, неужели ты не в восторге? У меня просто нет слов. Мы можем обсудить это позже. Нам нужно двигаться вперед. Верно. Мои воспоминания о коварстве Вермины не должны отвратить тебя от твоего задания. Прошу прощения. Впереди внутреннее святилище. Мы должны добраться до черепа и положить конец несчастьям Данстара. Веди, друг мой. Идем. Нужно добыть череп и уничтожить его. Пойдем, пойдем. Похоже, последний рывок. Тут кто-нибудь... Да, блин. Вот любят они пятиться, при этом расстреливая меня. Не нравится мне такая их тактика. Хорошо. Я узнаю эти места. Ты чё, блин? Без оружия даже что ли? Морской желудь. Такой брутальный. Так, золото. Ничего особо нет. А где маг-то? Че он не идет с нами? Ну ладно. Нам без него даже легче. Все мертвы, и это хорошо. Это что еще такое? За непотребство. Я тут. Что это было? Ух ты, какой опасный, а? Так, подождем. Довольно сильный был враг. Довольно сильный. Так. Ну почему так вот? Ну, как так можно вообще? Вот так лежи спокойно. Так. Давайте воспользуемся легальным читом. Так скажем. Хорошо, сохранимся и заходим. А ты тут откуда? Ну ладно. Постой. Верен, Торек, вы живы? Разочарован, Казимир. Я больше не ношу это имя. Я Эрандур, жрец Мары. Ты предатель. Ты оставил нас умирать и сбежал, прежде чем миазмы добрались до тебя. Нет, я испугался. Я не был готов уснуть. Довольно лжи. Я не позволю тебе уничтожить череп, жрец Мары. Что ж, ты не оставляешь мне выбора. Хорошо.
Ясность полная. Ату его, ату! Добей. Да добей, мать твою, за ногу. Так, ух ты, подожди. Эльфийский меч ужаса. Отлично. Эльфийская булава летаргии. Тоже хорошо. Их прокачать вообще будет самый шоколад. Пора. Череп нужно уничтожить. Я знал Верена и Торика. Они были моими друзьями. Это наказание за мое прошлое? Мара, так ты караешь меня. Сначала снимем барьер заклинания. Ну давай. Ты у нас спец. Взываю, владычица Мара. Череп голоден. Он жаждет воспоминаний, чтобы превратить их в кошмары. Подари мне силу, чтобы прорваться за этот барьер и отправить череп в глубины Обливиона. Он обманул тебя? Когда ритуал завершится, череп будет свободен, и Эрандур вернется против тебя. Быстрее! Убей его сейчас же! Убей его и утверди свою власть над черепом. То, конечно, моя госпожа. Смотри, а что я не могу его убить? А. Какой у нее приятный голос, да? Хватит лечиться, это нечестно. Мне госпожа приказала тебя убить. Так, ключ от храма. Что у тебя еще есть? Ничего хорошего. Так, и чё? Все, что ли? Я думал, ты со мной еще поговоришь. Так, и чё это такое? Я взял-то. Уж не это. Так, ну, судя по всему, что-то даже не знаю. А, вот он. Двадцать единиц урона, собранные у спящих людей. Блин, прикольная штука. В целом неплохо получилось, да, Эрандур? Я думаю, ты доволен. И, в принципе, в Данстаре все довольны. Их больше не будет мучить этот кошмар. У меня есть посох. Со мной поговорила девушка с очень приятным голосом. Жаль, что она пропала, конечно, но было прикольно. Вермина. Так, ладно. Как обычно, все умерли, я выхожу. Все как всегда. Так, вроде бы вот тут выход, да? Ба. Не дают миазм пустить. Все, что ли? Хорошо. Это было прикольно. Квест был просто шикарный.
Блин, мне, конечно, слово силы найти какое-нибудь новое. Кстати говоря, и драконов что-то давно не было уже в серии 5. Хотя в некоторых рассказывают, часов по 10 драконы не появляются, так что у меня еще часто появляются. У всех по-разному. Лошадка. Варфоломейшек ты мой. Куда же ты терялся-то, а? Я думал, тебя около того форта убили, злые некроманты. А ты вот он у нас где. Это хорошо. Интересно, надо кому-нибудь в городе благую весть донести про то, что кошмары кончились, и можно заплатить мне такому хорошему за эту денежку. Или нет? Давайте посмотрим. Нет, уже просто квеста нет. Так, мне нужно вернуться по трем сразу квестам в гильдию. Как ее там называют? Не помню даже. Короче говоря, вот это нам надо, вот это, вот это. И, в принципе, вот это, все квесты поставим. Они примерно все по пути. Дракон летит. Вспомнишь говно, вот оно, как говорится. Так, сохранились. Ледяной. Да? Если ты тронешь Варфоломея, я тебя просто на ремни пущу. Давайте, пускайте по нему стрелы. В городе-то легче с ними драться, конечно. Охрана просто их рвет. Ой, косой, ой, косой. Так, по движущимся целям я особо не стреляю, потому что я в стоячий с трудом попадаю. Как вы знаете. Да хватит кружить. Давай вот, да. Да, мы его долго пинать будем. Сейчас надо с него поснимать, чтобы он уже летать не мог. Он сам. Так. А, блин. Гад ушел. Блин, он, конечно, силен. Силен не по годам, пацан. Так. Давайте стрелять его, ребята. Ну давай, пинайте, пинайте его. Так будет, по-моему, выгоднее всего. Даже самому толком делать ничего не приходится. Надеюсь, он не убьет только каких-нибудь важных квестовых персонажей. Так, почти. Все, уже не улетишь. Нормально.
парень, он сложил свою голову ради родного города. Так, все берем. Сейчас у нас перегруз будет жесткий, конечно. А, ну и чё, душа поглощена. Я думаю, это прекрасный момент завершить эту серию. За кадром я распродам все, что можно, и в следующей серии, я думаю, мы двинемся уже дальше. Потому что в этом городе вроде как ничего интересного-то больше не осталось. Наверняка осталось, конечно, еще Кьярл надо будет зайти. Но это все будет в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.